прошлом году в ульяновских лесах насчитывалось 2 медведя. Сейчас, по данным Минприроды, около 6. Приходят бурые мигранты в основном с северной стороны – лесов Чувашии и Татарстана. Медведи и их следы видели жители Сурского, Индинского, Корсунского, Барышского и других районов Ульяновской области. Являясь по натуре хозяевами леса, они стараются проживать как можно дальше от своего рода, чтобы не делить территории. Они просто расселяются. Ну и в основном сельских жителей стало гораздо меньше, деревень стало меньше. И они просто осваивают территорию свою. Встречаются в ульяновских лесах медведи различных возрастов и пола. Это молодые и зрелые самцы, а также медведицы с детенышами. Сейчас животные уже набрали жир перед зимней спячкой и в большинстве случаев не агрессивны. Пропитание не ищут, поэтому менее опасны для человека. При встрече с ними главное не бежать, чтобы вас не восприняли как потенциальную добычу. Стойте, кричите, поднимайте руки вверх. Для чего поднимать руки вверх? Тогда вы кажетесь больше размером. Чем больше вы, соответственно, он тоже не хочет нападать на более больше, чем он. Ему не хочется тоже получать какие-то определенные травмы. Ну и потихонечку задом пятьтесь, уходите. Стоит помнить, что бурые медведи занесены в Красную книгу Ульяновской области, поэтому охота на них запрещена. В следующем году сотрудники Минприроды планируют провести точный учет для контроля над ситуацией и обновления данных. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.